Привет! Я опять с вами, друзья! Наконец-то мы снова поиграем! Как же я соскучился за вами! Вперед в игру! Пройдем ее вместе! Да, ребята? Советуйте эти видеоигры прохождения своим друзьям, и они точно будут вам очень благодарны, ведь вы им не только покажете, как я играю, вы им подарите чудеснейший мир приключенческих игр. Они будут восхищены, где же вы? Среди этой массы видеоигр нашли такие чудесные и приключенческие. Знаете, девчонки и мальчишки, самая лучшая благодарность от вас – это лайк. То есть, нажмите на палец вверх под видео. Вы самые лучшие. Играйте. Запоминайте все мои уроки по прохождению. Моя магия всегда с вами. Вы самые лучшие. Не пропустите ни одного моего видео. Поверьте, они будут выходить еще интереснее, чем были. Все, кто смотрит, ребята, подписывайся на мой канал. И самым первым смотрите самые лучшие видео-мультфильмы. Делай как я, и все у тебя получится. Даже не сомневайся. Ведь сомнения только мешают тебе, придают неуверенность. Я так просто не сдамся. Я покажу, что такое воля к победе. Не унывай, мой зритель. Делай, как я, и обязательно все будет у тебя хорошо. Все у тебя получится. Когда вы посмотрите до конца все мои видео, вас ждет сюрприз. Вас уже никто не сможет переиграть в эту игру. Вы станете самым известным игроком в целом мире. Будете побеждать самых крутых игроков. Ведь именно ты станешь тем супергероем, который так ловко справится с любым заданием. Самые страшные тайны сегодня обязательно будут раскрыты. Малыши, побольше улыбайтесь, ведь я так стараюсь, чтобы раскрыть все секреты прохождения нашей игры. Ребята, не забывайте поделиться этим видео с другом или другими своими друзьями. Ведь они тоже отличники и тоже хотят смотреть твои мультики. Кнопку «Поделиться» вы найдете всего лишь под видео.
Ой, как все забавно, как все крутится, вертится, только бы не ошибиться. Вы поможете мне, ребята? Я в вас верю. Видите, как я играю? Повторяйте за мной. Учите каждый мой шаг. Зарабатывайте баллы, и у вас будут дополнительные жизни, которые вы сможете использовать в дальнейшем для прохождения этой сложной игры. Я никогда не знал, что играть можно с таким удовольствием. Вот играешь и прямо чувствуешь такое у тебя хорошее сразу настроение становится, как все вокруг становится добрым и прекрасным. Так что смотрите мои прохождения, и у вас всегда будет хорошее настроение. На нашем канале тебя ждет все новое и новое видео игры прохождений. Мультяшные герои удивят тебя. Все, кто только что присоединился, играя вместе со мной, ты получишь тайные знания о прохождении игры. Делай как я, и тебя уже ничего не остановит. Ты, да, именно ты будешь самым великим игроком. Пересмотрев все видео на нашем канале, ты станешь мастером игры. Все, ребята, вокруг будет удивлять так же, как ты научился так здорово играть. Но не забывай, при просмотре будь внимателен и при случае пересмотри еще раз, чтобы нигде не ошибиться. Внимание! Викторина! Ура! Напиши в комментариях, как ты играешь, свой уровень профессионализма. Стань самым крутым игроком на моем видеоканале. Игры, мультфильмы, будь первым. И тебя ждет сюрприз. Все, кто смотрит, подписывайся на мой канал, комментируй видео, жми палец вверх, ведь тебе нравится, как я играю, правда? Ты будешь точно так же играть. Да, у тебя не сразу получится, но все равно своим упорством ты будешь играть все лучше и лучше. Ух, не так уж легко играть, но не будем отчаиваться, давайте вместе продолжать, вперед, вперед, победе, ребята, вперед!
Малыш, а ты знаешь, что всегда надо слушать маму и папу, а уж потом играть, как я? Ну это просто сказка! Как все отлично складывается! Видите, как у меня все получается? Играть и не сдаваться ни в коем случае! Ведь мы нацелены только на победу! Правда, друзья? Я просто в шоке! Как это невозможно пройти? Ох, легкотня! Не правда ли? Смотри и учись! А будешь играть каждый день, так сразу и профессионалом станешь! Друзья, у меня есть одна отличная новость. С сегодняшнего дня я буду записывать еще больше и больше новых видео для вас. Так что делитесь с моими видео с друзьями, пусть они тоже смотрят и наслаждаются моментом игры. Здесь нужно не просто играть, а играть вдумчиво, следить за каждым шагом игры, ведь маленькая ошибка и все, проигрыш обеспечен. Будем расстраиваться, это еще не конец, сейчас еще немножко, вперед! Ой, как же это интересно! Как все быстро меняется! Прямо не могу успеть за всем этим! Надо взять себя в руки и поднапрячься! Мы закончили играть, и нас ждет удача. Скоро мы начинаем записывать нашу новую игру для вас. Так что не забывайте подписаться и прокомментировать видеоигру. Кому понравилось, жми палец вверх. А пока всем хорошего настроения и удачной прохождения в игре. До свидания, ребята. Пока.